я пропадаю там, потом работа. Вот, без нос я люблю. Сейчас мы сделаем с вами макияж. Назывался матрешка ногтевой, а сейчас он называется девишник. Где-то так, думаю, были проезд в Подмосковье, думаю, надо заехать, и мне и подруге там надо было здесь кое-что. Вот. Вы знаете, так было необычно, мы, короче, там взяли все, что мы хотели. Для меня это арт-визаж. Вот. Короче, все взяли, я выхожу. Подруга за рулем, машина. И шли двое подростков. Я такие, простите. И так поворачиваюсь. Вы же ее ютубер. Знаете, так как-то непривычно, как-то так было. И так махнул, да. Они такие, вы же ASMR-артист. Я говорю, да. Это было в Подмосковье, в городе Железнодорожной. Мы туда заезжали в магазинчик. Вот, типа, мы на вас подписаны. Блин, знаете, это было так приятно. Если смотрите, вам большой-большой привет. Реально, это было неожиданно. Так вот. Подруга такая, да ладно. Я говорю, слушай. Говорю, я сам в шоке. Она просто где-то в глубине души так испугалась, что это хейт. Ну, что будет сейчас хейт? Ну, слава богу, никакого хейта не было, в принципе. Я неоднократно говорила, говорю, я люблю всех. Даже своих хейтеров, потому что вы делаете меня сильнее. Вы придаете мне уверенность, нет, кстати. Сделали мне новые бровки. За брови отдельное спасибо моей подружке. Она у меня занимается бровями. Шикарная форма. Она не слишком узкая. Карандаши намечаю угол глаза. Рассказывайте, как у вас дела, пишите в комментариях.
макияж. Из магазина Патрушка. Аромат называется BTS. Смотрел мои видео, те знают, что я пользуюсь исключительно только женской туалетной водой. Но ни одна туалетная мужская вода мне не нравится. Офигенный запах, тебе тоже нравится. Давай попрыскаемся. Шикарный запах, прям шикарный. Женского парфюма, который я каждый люблю по-своему. Каждый из них я безумно люблю. Я выбирал очень тщательно. Вот, например, такое жаркое лето я полюбил. Вот этот аромат от Playboy, он недорогой. Вот тот, который мы сейчас набрызгали, тоже 4 рублей 600, что ли. А этот прям вообще что-то прям дешево, рублей 300, что ли. Дешевый такой сладкий. Прям вот сладкий летний запах. Кстати, Марина Лакшери говорила о том, что раньше любила аромат Playboy и типа не может его найти. Блин, я нашел офигенный аромат, их там, по-моему, было три вида. Классный запах. Коричневый карандашик делаем. Уголок. Уголок, 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 уголок. Коричневый такой уголочек. Ну что я могу сказать? У меня, короче, сейчас просто идет ремонт на второй квартире. Часто прям так снимаю сейчас видео, но буду стараться снимать почаще. Очень много времени уходит на ремонт, на основную работу, но я безумно рад, что вы подписываетесь, оставляете комментарии. Кстати, еще сегодня, когда с подружкой выносили мусор, женщину, которая копошилась прям в большой-большой такой уровне. Вот в огромный уровне. Блин, это было необычно, это нифига себе. Нет, я понимаю, как бы люди там без постоянного места жительства, которые, ну, просто лазят по помойкам. Это прям было в уровне. Она, короче, заметила, что я ее... записываю. Я такая, вы мне что снимаете? Я вас узнала. Типа, вы же меня уже снимали. Хотя на самом деле я нифига до этого не снимал. Ну, вот я такой, да. Ой, ну, типа, здравствуйте, здрасте. И ушел. Пипец, короче. Не, ну, самое такое приятное сегодня, это то, что узнали люди, которые подписаны, и что для меня было удивительно. Это были два мальчика. Потому что я думал, что в основном моя аудитория — это девочки. Если честно. Кстати, если смотрите это видео, то напишите в комментариях. Большое вам привет. Вот. Для меня реально это прям была такая неожиданность. Наверное, это был хороший такой
со мной давно уже. Те знают, что я люблю свой канал, я люблю безумно свою аудиторию. Так, потом я беру коричневый, вот такой. И сейчас будем прорисовывать складку века. Коричневый, такой даже красно-коричневый.
сейчас у меня будет такое, такое слово паразит, как типа так-так, вот-вот, так-так. Учился краситься, думаю, ну все, думаю, пипец, приплыли, ну
50 оттенки. Еще есть. Ну, хотя, если честно, я думаю, надо уже
всегда.